Деревня Барутино. Поле, простор, травы не кошеные. Так выросли за этот период. А перед нами преграда. Маленькое озеро. Маленькое-прималенькое. Солнце отражается в воде. Много разных насекомых. Букаха облюбовала этот маленький прудик. Можно так сказать. Водомерки, жуки-плавунцы, стрекозы. Даже появились водные растения. Обалдеть! Вода прохладная. Птички прилетают сюда пить. Ароматное поле. Я не знаю, что это за трава, но запах волшебный. Смотрите, какая узкая дорога. Деревья разрослись, а когда-то здесь были маленькие-маленькие. Быстро начали расти деревья. Блин, меня заели слепни из потыкухи. Нельзя остановиться. Только вперед надо двигаться. Мы доехали до реки Сильница. Вы только полюбуйтесь, как она разлилась. Была узенькая речушка. Вот это да! Вот это река! О, журчит, бежит. Тут, кстати, старый мост был. Ну-ка, с этой стороны. А здесь было маленькое тонкое бурное русло. А сейчас что? Ух ты! Смотрите! Да это глубоко. Там такие камни. Вот это река. Широка река. Глубока река. Приехала в Замытье. Вы только полюбуйтесь, как у нас разлилась река. Это река Медведица, которая впадает в Волгу. Обычно она не бывает такой широкой. Но вот эти два последних дождя внесли свои коррективы. У нас образовалась не река, а как озеро какое-то. Боже мой, какая красота! Где раньше пляжи были, теперь... Что? Вода. Ой, как красиво. Вот это речка. Вот это настоящая река, а не ручеек. Кусты какие красивые. Да, видите, раньше вот там, вот где кусты, все был пляж. Ближе подойду сейчас к воде. Мороженое зашла в местном магазине, купила. Ничего особенного. Сейчас здесь у речки охладимся. Здесь есть мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Очень много фамилий высечено на камне. И с этой стороны. Вот так. Сколько земляков погибло. Светлая им память. Пусть березки шумят. А вот это Преображенский собор. Да чего ж красивый храм. Строим, воссоздаем, пытаемся.
очень тяжело. Много надо денег. Ну что, пошли? Еще прокатимся, посмотрим на достопримечательности местные. Домик какой красивый. Маленький, аккуратненький. Никто не живет. А посмотрите, как туда горочка вниз спускается. Слышите, как птицы поют? Это все река так разлилась. Это мы находимся около Лахина. А? Вон там деревня. А здесь рядом речка и бани. Комплекс бань. Как вам нравится? Я удивляюсь, как вода разлилась. Красиво. Тихо. Только птицы поют. Замытье. Едем в обратную сторону. Хотела показать, как смотрится церковь. Если бы она была полностью отреставрирована, то вообще замечательно. Вот этот шпиль видно на большое расстояние. Сейчас я еще вам хочу показать один знаменитый дом. Очень замечательный. Раньше эта деревня была многолюдная. Здесь было только 8 питьевых домов. Пряники делали. Гончарная мастерская. Кузнечный цех. Пряники делали, даже отправляли в область, в Тверь. Вот сейчас увидим дом, а вы посмотрите на него. Тоже наличечки красивые, да? Не знаю, современные или же старинные, но красивые. Вот дом знаменитый. Меня поразили наличники. Видите, мне кажется, это наличники полностью дому принадлежат. Видите, в этом доме родился советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Крюков Николай Николаевич. Родился в июле 15 года, умер в апреле 93-го. Вот я вам хотела показать. Он во многих фильмах снялся. Родился он вот здесь, в этом селе. Вышел в народ. Уехал, отучился, снимался в фильмах. Вот такое село здесь. Вон, смотрите, дранкой домик был покрыт. Обвалился. Да, село мне нравится. Река рядом. Только дорога сюда очень плохая. Вот домик был, да? Домик-домик. Весь покосился. Скоро завалится. Вон там, я смотрю, и горел даже. Вот видите, дранкой был покрыт. Сверху рубероидом покрыли. Посмотрите, какой непроходимый лес. Как будто бы бамбуковый. А это всего-навсего березы. Тоненькие, но настолько часто они выросли. А? Куда ни посмотришь, березы и березы. Тонкие, прямые.
все к свету тянутся. Вот такой здесь лес. Ладно, надо выходить. А тут дома начинаются. Ой, сегодня такой богатый выбор. И помидоры, и огурцы. Посмотрите, и чеснок молодой появился. Вот этот, он какой красивый. Так, кукуруза 50. Вадим, кукурузу не надо? 50 рублей на костре сделать. Кабачки дешевые 50, капуста 15. Ой, какие красивые помидоры. Яблоки, тут-то народу много. Ой, абрикосы. Ананасы, имбирь, все. Сейчас персики возьму. Да чего красивый? А гранат какой? О, красив. Очень красив. Тихо-тихо, ночной туман, сейчас час ночи. Я вышла на улицу немножко пройтись, посмотреть. Сегодня полнолуние. Хочу посмотреть сейчас на луну. Цветы красивые. Цветут. Но идем луну смотреть. Вот видите, какая она. Божественная. Божественная луна в тумане. Мистическая. Фонари, туман, луна, дергач. Созерцаем. А вы любите гулять в тумане? Я люблю. Господи, кошки носятся галопом. Темно-темно на улице. Редко.